тебя тоже не работает TeamSpeak, кстати. Я вижу на 112 впереди бэха наша, куда-то стреляет на... Блять, стой, бэха не ехай, сзади тебя стоит боец. Тимур... А чё у нас на юге? На юге двигатель, говорю. Это похо... Наш. На бэху похоже. Да, это то, что... Бэх впереди на 110. Возможно, возможно, есть. Продвигайтесь, все отделения, продвигайтесь по маршруту, не тормозите, действуем синхронно. Садится. Что за метка пехота была? Нет. Так, это СП на один, это СП на один. За 200, мы на 294, перед нами лавка. Отметьте, отметьте. Чё ты? 294 высота, точка СП на 1, к нам лав. Чёрный дом. Ну, короче, отметьте по возможности. Уничтожили, уничтожили лавку. Лавка с ним, для складе сняли лавку. Это было... Спасаем, что ли? Пять сел. Ну ладно, хочешь. Эй, ты слышишь вообще? Пять снесет, говоришь. Арис, ты что там делаешь? Я дома. Нет, сказали же, пять снесли. Че, раз уж ты отключаешь, когда говоришь? Дефесты БХ живут. Дефесты БХ живут. Тариц какой-то пинг слишком большой. Может, мы все-таки как другого места тариц на воде посадим. Ты ебаный в рот тус. Кто это? Ты нужен, что ли? А мы сейчас где? А Гефесты на связи, прием.
Дефест у нас. Слышу выстрелы на 120. А, ваша точка, Дефест. Из тяжелой техники. По-моему, вы как-то отклонились от курса. Вам надо быть восточным. Да, это Ярослав. Форсировать 359-ю, дальше выдвигаться на свою позицию, на точку Гефест. Изи. Понял вас. Изи. Так, на восток стреляет оттуда, тяжелая. Красные трассеры, красные. Это не наш. Пойдем где-то сирает. Так, стоп, вижу. Что примерно? Думается впереди, на 189. Что видишь-то? Отделение СФ, дальше на точку. Да, проехал. Поедем. Что, вижу какого-то козла еще. А, УАЗик там. Изи тут. Да шо ж с вами, а? Как поняли, это отделение СФ, поедем дальше. Чё, движемся куда? ЛЗ. Фил, повтори. На точку ЛЗ выдвигаемся. Что там, УАЗик и какой-то козел рядом у трупа копается? А что за точка ЛЗ? Я смотрю в оптику, не разобрать. Сейчас прошу командир передать вас. По-моему, поехал Саша. Прием, это пятое отделение. Есть у нас? Прекрасно. Там видел дым какой-то был? Жгли чё? Да, сначала на восток, потом по дороге. Это чё, катается лавка или... Бэха это... Чё-то ездит на 189. Наша бэха. А бэха, бэха, бэха там. Две бэхи. Я одну заметил. Ничего, что слева эмки стреляют? Да. Азимут. Сто. 110, 120. Рядут кусты на 110, 120. У меня туда обзора нет нормального. Грифоны на связи, прием. Я вас нихуя не пойму. Грифоны, прием. Грифоны слушают. А ну вы чё там? Мы уже это СПН-1 поднимаемся на 4-3-2 к вашей позиции. Вы давайте это побыстрее. Разброд и шатанье. Да-да-да. Грифон обновили метку. Проверка. Проверка. Да, на месте. Так точно. М-ки там до сих пор работают. Пятла бэха наша попёрла, прямо на эмке, они там чё, рухнули совсем с дуба. Гизи проснулся? Кто?
Я сижу. А, окей. Куда ты шел, ты селенки? Уже на месте. Ну давай за командир. До зеленки или прям до леса? Не понял. Кумом, давай прям уже поехал. Зорг, садись ты на это, на водилу. Нарис, дай GPS положение. Устал. Короче, там на 110 от вас, вот сейчас, вот где вы встали, там эмки работали. Оксы не с того края, только что они пролетели на юг. Ариец, там мы поставили на эту самую метку на врага, просит нас отработать. Была, смотри, на 60, там возле замка где-то пехота вражья должна быть. Сейчас я развернусь, чтобы тебе видно было. Иди. Куда нам идти? Возле замка где-то. Посмотри, карту. Пока, пока ничего не вижу. Это на 50 получилось. Да, от нее.
там рядом с нами бэха какая-то еще есть, да? Тимон Джонкин, тебе нужны мои коробки? Тимон Джонкин, тебе нужны мои коробки? Рейс, мы к вам подтягиваем. Дорогу вижу. Рейс, нас просят выйти на исходнику быстрее. Фесты как стройно бегут. Репетировали. Там ты так резво бежишь, там уже наши. Дефест. Так, а нам рядом с Бахой держаться лучше? Погодь, отдышаться еще надо. Короче, я лежу отдыхаю. Приказ на штурм. Видите, нам прекрасно, что... У меня, блядь, еще в ушах шум. Я надеюсь, вы все вокруг бэхи сидите, жопа нас.
Чё-то тишина на дороге. Это главное штурм и тишина. Ну тогда. Какой-то пыль. В заборе дырень надо делать. Делать. Где дырку? Бэха наш. Прям так. Там тоже бэха. Можем туда попробовать тандемом залепить. Да ПТУР нормально дырку делает. У нас 7 туров. Да лучше 2. Давай, буду я делать дырки там в этом заборе. Пойдете? Сейчас надо перезаряжать еще теперь вручную. Ни хрена не перезаряжает, она стрелок дает. Башня, вылези, блин, из башни. Короче, там надо в этом снаряжении взять тур и вылезти из башни и перезарядить. А, на юго-западе М-ки. Что-то зорк не заряжается. Вылези из башни, чтобы был как бы в высунувшемся положении, через менюшку, через эту контекст. Зорк, сам сделай это. Сейчас, тогда надо на стрелка сесть. Че, рейд сети, что ли? Где все-то, я не понял. Я думаю, надо на запад сходить. Задов я вытащил.
там заряжается, он сейчас зарядится. Садись, стрель. Че, к вам ломиться тогда или обстреливать отсюда? Издалека, говорит, работает. Нам еще одна вот такая-нибудь жопа нам прикрыть. Я что-то уже не пойму, где наша бэха. А мы как встали, так и стоим. Так вот стреляет она. А я же двигался, блин. Хуй. Смотри, контур, зарядись так. Ага. И в наш еще один. Конкурсом. Да, дырку сделай, чтобы забыли, туда же, куда сходил. Так, тут у вас какой-то рассекает, свои? СФ. Да, там тот свой. Я куда-то залепил? Ага. Как раз он подходил, когда ракета летела уже. Хрен бы сделал. Короче, смотри, ты берешь его в инвентаре, высовываешься и через менюшку контекстную. Лёх, ты вообще не там идешь. Я это... так потихонечку продвигаю. И мы намного правее. Я знаю, что вы правее. Я вот даже слышал сейчас его выстрел. Мы можем по нему отработать? С РПГ. Рейдс. Удар, Слава. Рейдс. Я отрабатываю РПГ по базе. Да. Принимаю решение. Сейчас я точно не стоит стрелять из РПГ. Зорк, вы поехали? Зорк! Да, чё? Вы чё, поехали? Да, поехали. Посмотри, кто-то... Чё, где, куда? Куда, смотри, вот по полю ползёт кто-то возле одинокого дерева. Двери сразу. Ещё бегут по кромке леса. По базе они стреляют под стенами наши уже. Так, Бэха, у нас на севере там выстрелы, правда, отдаленные. Хаммер вижу. Т-хаммер. Направо. 300 от меня, от вас где-то 290.
лесу стоит. Стреляю по нему. Дистанция. 200-300. Сзади нас деревья не видно. Все, ушел. Ушел. А кто сказал, что это вереск ползет в поле? Потому что он далеко это от вереска орится. Это говорит вереск. А вот к вам по кромке леса реально бегут. А? На 200, на 200 прям по лесу от базы. Он бег и видит нас. Вова вот туда, да-да. А там не наши случайно? Там по своим вес, по своим вес, по своим. Вереск ты не вверх. По нам своим ГП. Не, я просто сказал, что бегут, я же не сказал кто. Перекидывают за забор. Ариц, пожелания какие-нибудь для бэхи будут? Так, там еще один будет, там же, я просто не вижу. За базой враг. Где сейчас идет? Там сейчас по лесу, вот там же бежит еще один свой, не свой. Бэха, дай очередь, я не пойму, где ты. Где, откуда стреляли, вот с ней раз, там мы находимся. Долго мы тут стоим, надо уехать. Ехали к вереску. Ты чё там бежишь, вереск? Я тут отслеживаю, кто к вам бежит. Тимужин, Тимужин, чё? Всё, я иду правым. Ползу туда, на базу. Медик, медик нужен, я на базе. Медик, я. Переска, ты чё ползу? Где-то затяри. Блядь, по-моему, свои гранаты кинул. Тимужин, я бегу вперед. Дорогу. Давай вперед, Арис, не ссы, блядь. Куда тебя цепи? Вон, я бегу прямо. Там раненый кто-то на северо-западе базы. Это скрыть. В бункере северо-западном. Так, голоса слышу. Побежали, пацаны. Не, я не там делаю. Охренеть, перевязал пацана, самому морфи понадобил. А ты где? Рис, не по тебе работаю. Меня к скайтису забросьте, я его сейчас отлечу. Я вроде еду на северо. Ты уже? Ты двигаешь? Ты
Так, давай-ка вылезай пешком дальше. Дальше не хочу. Так, что-то завис. Отходи. Ты в проходе он был, да, Рис? Да-да-да. Север-запада, север-запада, Сик. Слышал? Да. Иду к козлам. Сожгли. На юге от нас нужен метров 400-500. Ага. Рис, проехать-то тут везде эти стоят. Уж мне тоже в бункер высадить. Прям по курсу. Прям по курсу, смотри вперед. Давай. Не, ну неправильно. Ну, блин. Видишь? Так, блядь. А ты-то сам где? Север-запад. База, блядь. Ну вот я ползу здесь. Правее. Под стрельбой. Справа от да, меня дым. Да. Мужин забрался наверх, тут чисто. Сейчас еще вражескую херахну. Скать, ты дым видишь? Вещь, ты можешь? Тис. Я за трубой побежал еще раз. Рядом. Живой я, Эрик? Сейчас скажешь, где я туда херок. Блин, на югу. Гору. Там что-то. Скайте. Там что-то бумкнуло. Так, вижу, что-то в лесу. А сильно далеко за сортиром? Так своих вижу. Эмки там, эмки. Рвался, блин, нихера непонятно.